Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос FXович, и Electronic Arts выкатили первую сборочку на Кумира. Цена у этой самой сборки 200 тысяч монет, но максимальный рейтинг Кумира, который вы можете поймать, это 87. Казалось бы, а что там ловить? Но если отфильтровать по ценнику, вы можете поймать, друзья. Например, Фернандо Торреса за 1,2 лямчика с финессами. Можете поймать Золу за 1 миллион, тоже с финессиками. SEN тоже неплохо выглядит за 700 тысяч монет. Ну и также Макелеле, Замброта, Пяти, Райкард, ну и дальше, собственно, глубже и глубже мы погружаемся в бездну. Самый худший вариант, который вы можете поймать, вот он у вас перед глазами. В общем-то, я собрал сборочку на Кумира на двух моих основных аккаунтах и также подписчиков попросил помочь в создании контента. Им я тоже кумирчиков пооткрывал. Также покажу различные пакетики, которые открывал за эту неделю. Ну и как обычно, заваривайте себе кофеек, чаек и готовьте вкусняшки. Ну и перед тем, друзья, как мы продолжим, хочется напомнить вам о моих прекрасных друзьях из компании Winline, которые поддерживают каждый мой видеоролик. Респект им за это. У них также вы можете забрать прекраснейший бонус, который вы можете найти у меня в телеграм-канале. Закрепленное сообщение, переходите, и всем удачи. Ну и конечно же, куда же без моего магазина Panda FX Store, где вы можете заказать себе монеты, и FIFA Point, и аккаунт, и EFC, также бусты, если вы не хотите потеть, играть в эту прекрасную игру, то все это добро вы можете найти у меня в магазине. Ссылочка будет в описании. Так, вот она, первая сборочка Кумира. Он намекает на то, что ему нужен форвард. Кто-то длинноволосый, на Креспа похож. Блять, по модельке. Я прочитал, ребята, это Креспа. Тут по модельке хрен поймешь, потому что качество шакалит. Снова С. О, ребята, вот он, самый худший вариант из всех возможных. Поздравляем подписчика. Мои поздравления. Кто же здесь у нас будет? Смотрим ЦП. Да, ребята, чё-то пока, друзья, какой-то эпик невероятный. Кин, Голландия, икона. Неужели это кровь, друзья? А, пиздец, что за говно падает? Я даже цену смотреть не буду. У тебя уже золо есть, ничего себе. Блять, по модельке видно, что это Креспа. 0,5, ребята. По модельке непонятно. ФРВ, Голландия. Бля, это шутка какая-то, я не могу понять. Какой-то прикол от Electronic Arts? Что это такое? Это что такое? Что за дерьмо, блядь? Я резко почувствовал, что сейчас будет разъеб. Чекаем. Прям почувствовал. Блядь, это прикол опять, что ли, Креспа? А, нет, это не Креспа, это... Это... Ничуть не лучше Креспа, скажем честно. Это у нас... Ларсон. Блядь. 0,7. Бля, опять длинные волосы. Это опять либо Ларсон, либо Креспа. Что за пиздец? Какой нахуй Ларсон два раза подряд? Вы чё, рофлите? 0,8. Что? Что это за пиздец, блядь? Хороший дроп, но я прям чувствую. Ну не может быть иначе. Опять длинноволосы. Блять, это просто круговорот Креспа, блять, и Ларсона в природе. Это пиздец какой-то. Ты что, блять? Насколько глубока эта дыра, пацаны? 0,9. Бля, вроде не потлач, это уже хорошо. Форвард. Мексика. Так, ну это вроде хорошо. Это у нас Иорнандес. 269 тысяч. Кто пиздел, блять? Ну, если бы мне упал... Скажу честно, я бы не очень радовался. Так, ну что, поехали. Первая вэшка была, может быть, это хороший стрик будет сейчас. Смотрим. Кто же это? ЦП. Англия. Лэмпард. Сколс. Ну, Лэмпард получше, я думаю, будет. Пауэршот это Лэмпард. 87. Кстати. Лэмпард 345 тысяч, нихуя себе. А что он столько стоит? Пока две вэшки подряд, ребят. Я ни на что не намекаю. Блять, это опять Лэмпард. И это опять Лэмпард. Два Лэмпарда подряд. Бля, я не понимаю, они дуплетом как-то хуярят. Так, ну давайте. Слушайте, у нас вэшки поперли. Блять, ну и вот, сразу идет длинноволосый, и я все понимаю, блять. Он вернулся, пацаны. Великое возвращение Креспа. Давненько не виделись. Бля, опять длинноволосый. Ну хватит модельками палить. Блять, опять этот Креспа. Ты заебал. Я думал, раш постоянно падать будет, блядь. Креспа, иди нахуй, блядь. Ну, чё ему нужно, блядь? Ну, это пиздец какой-то, не? Так, не потлатый, уже хорошо. ЦП.
Ирландия. А вот это уже плохо. 12-я элка получается, да? Форвард. Хорватия. И это легендарнейший Шукер. Кто пиздел, блядь? Шукер-то денег стоит. 180 тысяч. Зато у него 3 вэлла есть. Let's go. Только не потлачь, пожалуйста. Вроде не потлачь. Вот эту модельку, кстати, я еще не видел. Соп. Блять. Вот и Гатуза подъехал, пацаны, на вечеринку. Статы 3.14. Ну куда уже глубже? Куда уже глубже? Куда уже глубже, блять, сказал я и вытащил. Ой, блять, клювер-то. Это просто катастрофа какая-то, друзья. Нормально ты флексишь, блять. Сава в паке упала каком-то ему. Сон. Бля, ну это какой-то лакерный аккаунт, пацаны. Это пиздец. Посмотрите, какой лакерный аккаунт. Поехали. Аккаунт у тебя явно лакерный, поэтому я не удивлюсь, если тебе сейчас что-то топовое выпадет. Соп, Франция. И вот она, ребята, хорошая вышка. Реально лакерный аккаунт, я вам базарю. Видели, какие карты ему дропались? Это у нас Макелеле. Ну, он... А, это 5. Самая дорогая карточка на сегодня, это 515 тысяч. Пятая вышка, смотрите. Пятая... Блять, опять потлата идет. Блять, опять это Креспо. Как ты заебал сегодня мою жизнь. Просто невероятно. Блять, ну этот Креспо, это просто какой-то пиздец. Тут шанс поймать Креспо, блять, 1000000% примерно. Вот он, пак мечты. За 2500 FIFA поинтов. ЦП. Гандоган, блять, Гандоган упал, блять. Еще и так, блять. Ну, хуже волкаутов себе не представить просто, да, как будто бы. Так, два раза хлопнуть, два раза покрутиться. Поехали. Оп, оп. Раз. Два. Открываем. Ребята, работает ли это? Смотрим. Кто это? Соп. Франция. Ну, слушайте, это тоже неплохо. На самом деле, это неплохо. Это Макелеле. 8-7. Ничего себе. Потлатый, все понятно. Ура! Еще один Ларсон. Открываем кумира на моем твинк-аккаунте. Поехали. Я вам сегодня весь день ловил всякую хуйню. Но до этого был Макелле. Макелле был самым топом. Что будет сейчас? Смотрим. Пожалуйста, только не потлатый. Это не потлатый, это уже хорошо. ФРВ. Голландия. Блять, а вот это уже плохо. Лучше был бы потлатый. Хотя, не знаю, блять, что могло быть лучше. Ну, смотрите, пацаны, на этом аккаунте за 15-0 был пирес. Теперь тут клюверт. Ебать, банда собирается, да? Ну чё, кумир на основе. 5 на 19 статистика. Так, 8-7 физуха. Защита 84. 78 дриблинг. Ну, слушайте, как будто бы это какой-то опорник. Возможно, 5, кстати. 82 передачи. Не, это не 5, 72. Это Хаби Алонсо, мне кажется. Блять, пошел он нахуй. Блять, 130 тысяч. Да, ребята, что хочешь сказать, я с вами. Я с вами, работягами. Сколько там, два раза хлопнуть, три раза покрутиться? Давайте, раз, два. Ой, бля, чуть плохо стало. Если после такого, блядь, Торос не упадет, я очень сильно расстроюсь. ЦЗ. Бля, работает, блядь, почему я на основе не покрутился? Работает, блядь, Видич. Это один из лучших вариантов, блядь. Это лучший ЦЗшник, за которого я играл. Да, друзья, вот такой вот не самый приятный улов у меня получился в первой сборочке на... Кумира, к сожалению, это кин. Ну, я его поставил в основу, может быть, даже какое-то время поиграет, посмотрим. Пытаюсь сейчас я выйти в первый дивизион, не знаю, что из этого получится. В прошлый раз, когда я вышел во второй, меня сразу откинуло в третий. А пока вот с огонечком иду, кстати. Ну и давайте один лайтовый матчец сыграем на тест, так скажем, кина. А вдруг это имба какая-то окажется. Так, на чек команду соперника, Дудик на воротах, девочки в центре, Гризман. Как он мне достал? Бля, как он катает, пиздец, я просто не могу мяч отобрать, кик. Лол, что происходит? Ага. Блин, ну двигается он, конечно, не самым приятным образом, скажем честно. Ой, Рой Кин, бля, мимо мяча опять пролетел, да что с тобой не так? Ой, вот сейчас отбор сделал. Так, Рой Кин, ну-ка, покажи пас. Так, ну пасик хороший дал. На этом хорошие новости заканчиваются. Бля, пока очень тяжело играть. Опа, Морган. И в дальний! Бля, Дудек ебучий.
Так, Рой Кин. Бля, опять он мимо мяча пролетает. Морган. На! Хорош. Точнее, хороша. Так, опасно. Плеер Локи тут подрубаются, как его... Финес гол. Зеленый ТФ и Плеер Локи. Это вот классический соперник. Блять. Так, Кин сделал перехват. Но прям на ногу к оппоненту. Да иди нахуй с своими тривелами. А их что, еще не пофиксили, что ли? Почему так хорошо летел? Вроде патч вышел. Говорили, пофиксили ваши тривелы ебаные. Ну, конечно. Ну, бля, ну спидбусты тоже вроде бы как пофиксили, да, друзья? Вроде как пофиксили спидбусты. Чего-то не вижу, блядь. Бля, какая же потная и душная возня. Вы просто не представляете. Бля, ребята, вы просто представить себе не можете, насколько это был душный тайм. Предыдущий соперник, это, конечно, какой-то лютый робот был. Ой, я только сейчас понял, ребята, почему мне упал Кин, вы видели? Я этот ебучий баннер повесил с Ирландией. Ебать, вот оно в чем дело, и какой классный состав. Так, а что у меня здесь делает Тео Эрнандес? Что, блядь, у меня Тео Эрнандес в центре поля сейчас сделал, лол. Блядь, долбоеб на Ван Дайке, опять, блядь, свои ноги, блядь, раздвигает нахуй. А любая девочка отталкивает Ван Дейка как чмошника. Это уже не смешно, нахуй. Хорошо. И в бришку. Найс. Фуф. 1-1. Опять потная хуйня. Так, он киков делает. Двигаем. Так, так. И вот так вот. И тривелой. Найс. 2-1. Тяжело. Но мы камбэчим потихонечку. Ага, это читалось. Ну, спасибо, Ван Дейк. Ой-ой-ой, Морган, как она творит чудеса, 3-1, вот так вот, 1-0 проигрывали, уже 3-1 выигрываем, чудеса, но, как вы знаете, в этой игре ни на секунду нельзя расслабляться, потому что Кер, блядь, пиздит Видича, блядь, как же меня вот такие моменты ебут, вы просто не представляете, Кин, хороший отбор, но хули толку от этого отбора, если обратно на ногу летит, блядь, уф, завожусь, блядь, да, я не знаю, как выйти из обороны, пизда, офсайд. Да хоть что-нибудь, как этот ебаный мяч отобрать? Бля, только чудо меня спасло сейчас. О, девчонка тоже напиздила, блядь. Ну а ты как хотел, думал, только у тебя, блядь, девочки могут пиздить мужиков. У меня тоже, блядь. Так, давай Кин. Блядь, он, блядь, я не понимаю, отбор ноль, блядь, у этого чела. Ой. Ой, хорошо, Маньян. Ой, Рой Кин, вот такие вот отборы я хочу видеть от тебя. Это был первый прям такой качественный отбор от Кина. Господи, какая душка в этом матче происходит. Точнее, нихуя, блядь, не происходит в том-то и дело. Просто катаем и катаем, бля, хуйню какую-то. Так, и Морган. Найс. 4-1. Фуф, только в конце, блядь, кое-как закинули один голешник еще. Ну и тут вот так вот можно. Либо вот так вот. Найс отскоки. Че, как там Кин сыграл? 7-3. Ну, как будто бы карта дерьма, блядь, скажем честно. Поэтому не вижу ни единой причины, чтобы держать этого типа у себя в команде. Все, спасибо, что пришел. В ближайшее СБЧ улетишь. А у меня на сегодня все, друзья. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Получился такой микс из паксов и немножко геймплейчика. Если вам понравился этот видеоролик, Лукасы, классный комментарий. А с вами был я, Пандос FX. Еще всем хорошего настроения. Чао, какао.